Результаты исследования Всемирного банка для Казахстана обсудили члены экспертного клуба при Сенате. Особое внимание они уделили проблеме экономического неравенства и низкой оплаты труда. По мнению спикера Верхней палаты Маулена Шимбаева, в стране предстоит провести структурные реформы и выработать новые нестандартные подходы к развитию национальной экономики. Эксперты, в свою очередь, предложили сформировать меры по совершенствованию налоговой системы. Если вот мы что-то будем косметически менять, мы вот не пробьем этот потолок, об котором мы сейчас как бы уперлись и не можем дальше выйти на новые горизонты развития. И для нас эти площадки — это возможность получать какие-то идеи, предложения, мысли, как менять наше законодательство, какие законы принимать, какие нормы в эти законы включать. Поэтому я думаю, что в этом плане мы в предстоящий период также будем активно с вами работать. Итоги сегодняшнего обсуждения будут очень полезны в работе Сената парламента Казахстана.